Представляемые на данных дисках гимнастики славянские являются современной адаптацией, компиляцией под современного человека, но тем не менее построены они на глубоких традициях, в частности южно-русского спаса. Что такое есть спас? В казачьих преданиях есть следующее сказание. Породил батька Коляда с матерью Дашь землею в час ночной грозы род казачий и дал им земли большие от рассвета до заката, от моря до моря, от Дуная до Дона с Кубанью, и заповедовал той земли держаться и не отдавать ее никому. И дал еще батька Коляда брата своего месяца ясного на сторожку казачеству. А до кучи, чтобы все ладно было, да сгуртованы были, дал умений разных, да мастерства небесного. Так и появился казачий спас и заповедовал держаться правды, за правду стоять, крив попирать. То есть так появились на самом деле, как гласит казачье предание, различные виды ремесел. В частности, так Отец Небесный рода казачьего научил казаков землю пахать, кузнечному делу, гончарному, в том числе и спасу. Спас, представляя собой исконное воинское искусство, разделяется нам в несколько подразделов. В частности, два это смага, которые, в общем-то, и представляются, будут на дисках. И раздел здравы. Тем самым, со временем, все-таки мы надеемся, что этот момент наступит, когда мы подойдем более глубокой традиции. И преподнесем вашему вниманию на самом деле то, что является настоящим спасом. Да, очень много из спаса было уничтожено во времена репрессий на казачество. Было что-то утеряно. Тем не менее, сохранились небольшие крупицы этого древнего ведического познания, которые мы вам постараемся и представить. Для правильного и эффективного понимания комплексов и упражнений славянской гимнастики необходимо пройти так называемый базовый курс, который включает в себя элементарное, самое простое развитие воображения, работу с пульсовой волной, техники релаксации или расслабления и обережные техники, самые простые и самые эффективные, которые мы отобрали из очень большого-большого комплекса подобного рода упражнений. Для выполнения комплекса щиты нам необходимо вспомнить расположение энергетических центров. Обратимся к округлой разновидности славянского щита. Посмотрите на изображение и запомните его. Прикройте глаза. Старайтесь полностью их не закрывать. Необходимо, чтобы часть сознания взаимодействовала с окружающей средой, и только небольшой его сегмент тренировался с мыслеобразами. Силой воли сформируйте мыслеобраз щита на внешней границе вашего видогона. Напоминаем, внешняя граница находится на расстоянии 3-6 метров от тела. Приблизительно параметры мыслеобраза щит таковы: внешний диаметр 1,5 метра, внутренний или малый диаметр равен размеру вашей головы. Цвет щита нейтральный. Теперь мысленно окрасьте внутренний малый диаметр в черный цвет.
удерживайте образ в течение 10-15 секунд. Далее на вдохе из центра малого диаметра разлейте равномерно черный цвет по большому диаметру, то есть окрасьте весь щит. Постарайтесь, чтобы картинка не была статичной. За 10-15 секунд удерживания мыслеобраза вращайте его по часовой стрелке по салонь или против часовой стрелки коловрат. На выдохе ускоряйте вращение, на вдохе слегка замедляйте. Далее на выдохе соберите, сконцентрируйте цвет с большого объема в малый. Удерживайте картинку 10-15 секунд, также по возможности вращая изображение. Цвет малого диаметра должен получиться более ярким, насыщенным, мощным, искрящимся. Затем на вдохе отделите черную сферу от щита и на выдохе буквально вкрутите ее в исток, область, находящуюся на ширину ладони ниже промежности. Это первый энергоцентр. Сделайте вдох, слегка расширяя активизированный черной вибрацией исток. На выдохе верните его к исходным параметрам. Далее отключитесь от мыслеобраза истока и проработайте остальные энергетические центры. Порядок выполнения следующий. Исток. Цвет из сине-черный. Зарод. Цвет бордово-красный. Живот. Цвет ярко-оранжевый. Ярло. Цвет медного золота или самоварного золота. Лель. Цвет лазурево-голубой. Лада. Цвет изумрудно-зеленый. Горло. Цвет насыщенно-синий. Чело. Цвет прозрачно-фиолетовый. Родник. Цвет белого золота. Итак, сейчас мы познакомимся с вами с упражнением «Пульсовая волна». Это упражнение буквально красной нитью пройдет через все практически комплексы упражнений славянской гимнастики. Важность ее очень сложно переоценить, так как именно этим упражнением вы достигаете гармонии со своим собственным внутренним маятником, которым является ваше сердце. Многие люди в современности живут в разладе со своим внутренним маятником, со своим сердцем, не говоря о том, что они не слушают свой собственный разум или свое духовное сердце. Хотя бы нужно начать с того, чтобы услышать свое физическое сердце, его колебания, как оно себя чувствует, научиться разговаривать с ним. Все мы неоднократно обращались к докторам, к терапевтам и прекрасно знаем, как пульс именно прослушивается докторами. Да? Вот в этой области над лучевой костью запястья. Мы сами прекрасно можем выполнить это упражнение. Но мы предлагаем услышать биение своего внутреннего маятника сердца несколько в другой зоне. Эта зона находится на сонной артерии. Если посмотреть в зеркало на себя, на область шеи, мы увидим надгортанные хрящи, которые закрывают пищевод и трахею, и мышцу грудинно-сосцевидно-ключичную, или как она звучит очень красиво на латыни, sternocleidomastoideus. И между вот этим вот рядом надгортанных хрящей и мною вышеназванной мышцы находится впадина. Если мысленно поделить эту впадину на три части и затем взять линию, разделяющую верхнюю треть и среднюю треть, то вот эта точка будет прижатие сонной артерии. Попробуйте надавить указательным или большим пальцем, лучше указательным, слегка вглубь, внутрь и немножечко наверх. Этим самым вы достигнете прижатия сонной артерии ко второму
шейному позвонку. Эта техника является и спасающей. Не дай бог, в тех случаях, если происходит ранение сонной артерии чуть ниже этой точки. Только в этой точке можно пережать сонную артерию и прекратить кровотечение. Но эта точка имеет сакральное значение. Это точка нашего животного страха, нашей боязни смерти. Почему? Вы можете попробовать со своими друзьями, с близкими следующий эксперимент. Просто поднесите с чувством угрозы вашу руку или палец на направление вот этой вот точки сонной артерии. Человек почувствует очень неприятные ощущения и постарается сжаться. И подобного рода измерение пульса мы считаем свою, как бы, легкой инъекции от страха. Периодически выполняя вот это вот прижатие и прослушивая свой внутренний маятник, то есть биение сердца, вы постепенно будете привыкать к мысли, что на самом деле смерти нет. Мы с вами вечны, и вам становится по жизни вы сможете идти гораздо легче, не отравляя каждое свое мгновение боязнью тяжелой кончины в завершении жизни. Итак, техника работы с пульсовой волной. Прижимаем сонную артерию и превращаемся в слух. Слушаем биение своего внутреннего маятника. Затем выполняем следующее действие. Производим вдох, отсчитывая 4 удара сердца. После вдоха следует задержка, соответствующая 2 ударам сердца. Затем снова выдох, который соответствует 4 ударам сердца. Итак, темп дыхания отныне будет у вас следующим. 4 удара сердца вдох, 2 удара сердца задержка, 4 удара сердца выдох. Держа палец на указанной точке, выслушиваем пульс и дышим подобным образом. Почему выбран такой темп? Изначально этот темп можно представить как 2/4, 4/4. По представлениям той традиции, основы которой мы пытаемся донести до вас, считается, что человек представляет из себя не только физическое тело, а система его тел, система его координат в пространстве и времени представляет еще некий поселенный пузырь, где находится душа. Точно таким же поселенным пузырем является и Вселенная, где все находимся мы, вот в этом воплощении. И как все живое, ничто не стоит на месте, вот этот вот огромный поселенный пузырь, он коллабирует, то есть расширяется на те же 4 удара и сжимается на те же 4 удара. Поэтому вот этим вот, казалось бы, простым с виду упражнением мы приводим в гармонию колебания своего индивидуального поселенного пузыря с колебаниями огромного вселенского пузыря, где мы сейчас находимся. В современной жизни очень многие, не зная этой техники, находится в состоянии, как называется, в традиции это состояние называется соборение. Вот женщины знают, что это такое. Когда неправильно поглажена юбка, то юбка начинает соборить. То есть неплавные волнообразные движения выполнять при ходьбе и так далее, и так далее. Выглядит некрасиво. Так вот, если мы работаем не в такой вот пульсовой волне, мы тоже начинаем соборить. Либо слишком расширяться в пространстве, занимая чужие пространства, да? Либо слишком сжиматься, нас передавливает. От этого мы чувствуем дискомфорт, от этого происходят болезни и так далее, и так далее. Поэтому прежде всего нужно научиться слушать свой внутренний маятник, который все равно соответствует индивидуальным колебаниям Вселенной. Вселенная, в которой мы находимся, колеблется для каждого из нас индивидуально. И мы должны это слышать, понимать и быть с ней в гармонии и в резонансе. Следующим этапом нам нужно с вами запомнить темп нашего пульса и уже работать с этой техникой, убрав палец с сонной артерии. Достаточно отсчитывать внутри себя темп ударов вашего сердца и производить вдохи на 4 удара, задержку дыхания на 2 удара и выдох на 4 удара. Что такое задержка дыхания? Задержка дыхания предполагает такой процесс, который в нашем мире распространен везде. Любой объект, любая вещь, в том числе мы с вами, в том числе и Вселенная, имеет некую инерцию. Потом на 4 удара пульса идет расширение
вашего энергоинформационного пространства, то есть видогона. Затем на задержке дыхания по инерции расширение продолжается. Далее на выдохе вы сжимаетесь в точку, в центр яра, там, где находится душа. Там тоже есть двоечка, задержка дыхания, но пока мы с ней не работаем. Для того, чтобы не запутаться, темп дыхания на предстоящее упражнение будет 4-2-4. Дальше мы с вами будем использовать ритмы, которые кратны четверкам. Это 8-4-8, 8-4-8-4 и, как я уже назвал, 4-2-4-2. Запомните это упражнение, отработайте, оно очень-очень важно. Противопоказаний работы с этим упражнением нет. С ним может работать любой человек, который на данный момент, к сожалению, является серьезно больным. Здоровый человек, потенциально здоровый человек, человек, который находится в периоде реабилитации. И это упражнение профилактирует такие заболевания, как различного рода аритмии. Оно является важным и гармонизирует общий наш физический и энергетический тонус, позволяет нам в жизни действовать спокойно, ровно, в гармонии. Важным и полезным упражнением или комплексом упражнений является дождь. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы мы смогли с вами очистить свое индивидуальное энергоинформационное пространство, которое вы знаете уже под названием видогон, от излишних негативных сгустков энергии, которые мы получаем с вами в течение дня, на работе, часто дома. И собственные мысли могут нам омрачить наше существование и жизнь. Упражнение простое, но в нем необходимо использовать принцип славянской гимнастики, принцип идиомоторики. Мы уже с вами поработали с развитием воображения, поэтому вам достаточно легко будет работать с образами, которые мы предлагаем использовать при этом упражнении. Давайте для начала вспомним моменты, которые наверняка присутствовали у вас в жизни. Вот вы хорошо потрудились, в основном физически, ваше тело утомилось, может быть, даже покрылось потом трудной работы, пылью. И вы идете, включаете теплый, приятный, комфортный душ и встаете под него. При этом вы испытываете наверняка ощущение неги, приятности и блаженства. Вот это ощущение нужно вспомнить. И обязательно постараться его подключить во время выполнения данного упражнения. Итак, представляем себе, что над нами находится душ, и на вас нисходит не просто вода, а вода цвета белого золота, универсального цвета, то есть собранное воедино золото и серебро. Льется вам прямо на область темени. Но для того, чтобы нам привыкнуть и эффективно работать с этим упражнением, мы разделим его на 4 этапа. Итак, вы уже видели из первого диска, какие потоки действуют на нас. В данном случае нам понадобится восходящий поток, который работает калаврат, то есть против часовой стрелки, справа налево, и поток пасалонь, который работает относительно сверху вниз, работает слева направо вращается. Итак, вращаясь вначале на вдохе. Да, я еще должен оговориться, что с восходящим потоком мы работаем во время вдоха, с нисходящим потоком мы работаем во время выдоха. Итак, на вдохе, слегка вращаясь против часовой стрелки, я буквально подвешиваю свое тело и макушкой стремлюсь втечь в поток, который нисходит на меня. Представляю себе очень ярко, до ощущений физических, что этот поток начинает сливаться от лба по передней линии тела и будет нисходить с пальцев, с моих стоп. После вдоха я выполняю мягкий выдох и ощущаю, как вода стекает по передней части тела и уходит с пальцев моих стоп.
Подобное упражнение выполнить трижды. Снова вдох, входим в этот поток, приятный, мягкий, очищающий. Выдох, вращение поменялось на посолонь по часовой стрелке, и вода омывает ваше энергоинформационное пространство, унося весь негатив с передней части. Это упражнение, так же, как я сейчас показал, можно сопровождать плавным волнообразным движением рук. Можно не сопровождать, кому как удобнее. Дальше нас с вами будет интересовать боковые поверхности тела и видогона. То же самое, вращаясь против часовой стрелки, поднимая плечи, расслабляясь, я встраиваюсь в этот вот поток цвета белого золота, и на выдохе струи этой целительной влаги проходят по моим боковым поверхностям так, что мои стопы встают на боковые поверхности, и вода, унося с собой негатив, стекает по боковым поверхностям стоп. Если вам достанет воображение, постарайтесь, чтобы вот эти вот потоки, уносящие негатив, достигали центра Земли, мантической области, и вы должны увидеть, как ваш негатив сжигается там. Потому что есть указание традиции, что вот то место, на котором вы выполняете это упражнение, дождь, до 72 часов хранит тот негатив, который вы с себя слили. Поэтому постарайтесь выполнить эти упражнения на открытом пространстве. Дома не рекомендовано выполнять эти упражнения. Но с приобретением опыта, когда ваше воображение будет четко контролироваться вами и управляться, когда вы сможете волевым усилием эти потоки доводить до центра Земли, до мантической области и сжигать весь этот негатив, вы можете выполнять в любом месте, где возникла необходимость этого упражнения. Следующая поверхность, задняя. Техника исполнения та же. Вдох. Вы уходите в подвес, против часовой стрелки вращаемся. На выдохе поток проходит по задней поверхности вашего тела и сливается вниз по пяткам. Так же, как по передней линии вы трижды повторили омовение, далее трижды повторили по боковым поверхностям, трижды повторили по задней поверхности. И у нас осталось еще одна поверхность, которую мы называем внутренняя. Для того, чтобы омыть все пространство, которое находится внутри физического тела, и видогона, естественно, тоже, также мы, вращаясь против часовой стрелки, волнообразно мягко встраиваемся в поток. И на выдохе мы пропускаем поток внутри своего тела, закручиваясь по часовой стрелке, а стопы упираются во внутренние поверхности. Поток стекает с внутренних поверхностей стоп. Повторить этот процесс трижды. Итак, упражнение «Дождь» закончено. Для того, чтобы можно было заодно и потренировать упражнение «Пульсовая волна», мы можем делать на вдохе, вращаясь против часовой стрелки, отсчитывать 4 удара пульса, слегка зависать в верхнем положении на задержке дыхания и на 4 удара пульса на выдохе производить омовение телес. Мы соединим сразу два упражнения – и дождь, и пульс. Когда вы получите необходимый опыт выполнения этого упражнения, можно переходить к более упрощенному варианту, когда вы
однообразно, одномоментно омываете все поверхности сразу. Когда мы с вами получили необходимый опыт работы с упражнением «Дождь» по четырем поверхностям, можно сделать более упрощенный вариант и соединить воедино омовение всех четырех поверхностей сразу. Техника упражнения осталась прежней. На вдохе, вращаясь против часовой стрелки, мы встраиваемся в поток цвета белого золота. И на выдохе, поменяв вращение по часовой стрелочке, мы пропускаем поток по всем четырем поверхностям. Вместе мы омываем и переднюю поверхность, боковые, заднюю и внутреннюю поверхности. При этом стопы плотно, плашмя стоят на опоре. И постарайтесь почувствовать, что они прорастают внутрь опоры, внутрь земли. Когда использовать дождь? Когда вы начинаете работать с комплексами славянской гимнастики утром, предваряет основной комплекс, такой как побуда, обязательное выполнение бережного упражнения, окрест, обязательно пульсовой волны, обязательно дождя. И только после этого, организовав свое индивидуальное энергоинформационное пространство, можно приступать к основным комплексам славянской гимнастики. Почему это нужно делать? Потому что, как вы уже успели заметить, все упражнения сопровождаются работой с воображением, с образами, то есть с работой в энергоинформационном пространстве. Если вы не омоете свой видогон, если вы его не защитите своей волей, а еще лучше верой и молитвой, возникает некая опасность, что во время упражнения, особенно в момент расширения на вдохе, вашей энергетикой могут воспользоваться различные сущности, которые находятся в этом пространстве. Поэтому будьте внимательны, мы предупреждаем вас об этом, и, пожалуйста, следуйте нашим указаниям, тогда упражнения будут безопасны и эффективны. И еще должны вы точно для себя установить, что сила, или, как сейчас принято говорить, греческое слово «энергия», наше более родное слово «сила», никогда не двигается по прямой, никогда не поворачивает углами. Она работает по волне. А волна, положенная на вектор времени, производит спираль. Поэтому вы привыкаете к тому, что ваше тело должно передвигаться волнами и спиралями. Вы должны научиться к концу комплексов, а может быть кто-то и раньше, встраиваться в потоки силы, ощущать их и быть с ними едиными. Это упражнение называется «Рассвет». Для этого вам нужно очень сильно поработать с воображением. В начале упражнения, да, естественно, вот с теми видами дождя, которые мы будем проговаривать далее, вы уже работаете со всеми четырьмя поверхностями одновременно, не разделяя их. Но в начале отработки запомните, что нужно работать с этим упражнением по разделенным поверхностям. Так будет правильно с точки зрения методологии и с точки зрения необходимого изучения и ощущения, которые должны возникнуть у вас при выполнении этого упражнения. Итак, упражнение «Рассвет». Технически оно выполняется, как я уже говорил, так же, но при первом омовении вы представляете свое тело черного цвета. Черного цвета. И в момент, когда поток белого золота движется, омывая ваши поверхности и внутри вас, омывая не только физическое тело, а прежде всего видогон, ваше тело сверху донизу по мере продвижения потока цвета белого золота меняет цвет на серый. Чернь вся уходит вниз, к центру земли. В следующий раз вы снова встраиваетесь в поток, и в процессе омовения ваше тело начинает меняться на цвет светло-серый. И еще раз, когда вы выполняете встраивание в поток и на выдохе омываете свое тело и видогон, вы становитесь идеально блестяще белыми. То есть мы достигаем уровня идеальной возможной здесь на Земле чистоты. Еще одной разновидностью этого упражнения «Рассвет» является уникальная работа, но для этого вы должны применить к себе достаточно жесткое волевое усилие и в хорошее летнее, весеннее или осеннее время
встать до рассвета. Найти открытое пространство еще лучше, если перед вами будет большой водоем, озеро, море, река. Еще лучше, если вам удастся найти на той местности, где вы работаете с этим упражнением, доминирующую высоту. Если это будет холм, великолепно. Если это будет в горах, очень хорошо. Вы должны почувствовать себя возвышенным, огромным, богатырем, витязем. И по мере того, как восходит солнце, меняя свой цвет и меняя цвет небес, вы меняетесь точно с цветом восходящего солнца. Это древнее упражнение, и длится оно именно столько времени, сколько восходит солнце. То есть достаточно долго. Но тем не менее, ценность его очень сложно говорить, потому что оно бесценно. Вы почувствуете единение с Богом Солнца, с энергией, которая нам дает. Вы же знаете, что без энергии Солнца, без его самого существовать в этой Вселенной не может ничего. Поэтому это упражнение имеет древний, глубокий, мистический, сакральный смысл. И далее мы предлагаем разновидность дождя, которую можно отнести как психотерапевтическому действию. Подобного рода техникой, локализованной и обусловленной определенным образом, которым об этом образе я расскажу, мы можем бороться с конкретными недостатками своего характера, с заболеваниями нашего тела, с вредными привычками. Для этого мы выполняем следующее действие. На вдохе, вращаясь против часовой стрелки, встраиваясь в поток белого золота, мы часть внимания концентрируем в районе физического родника, внутри черепа. Перед этим, четко поставив себе задачу, предположим, вы до сих пор еще являетесь табакозависимой личностью, вы курите. Начав заниматься славянской гимнастикой или подобного рода практикой, говорить о курении или употреблении таких напитков, как алкоголь или кофе, не приходится. Вы должны точно знать, что человек, когда занимается энергетическими или силовыми упражнениями, сила имеется в виду в более широком масштабе, а не только физическая сила, вы должны знать, что эти упражнения основаны на дыхании. А малейшая затяжка дымом моментально перекрывает всю энергетическую суть дыхания. И дыхание становится только поставщиком необходимого воздуха внутрь нашего организма. Поэтому дыхание, сразу вам должен сказать, если вы курите, то заниматься славянской гимнастикой фактически бесполезно. Вы должны пройти вот эту точку выбора. Или я становлюсь здоровым, сильным, энергоемким, или я продолжаю курить. Это та развилка, на которой требуется ваше волевое решение. Итак, создаем рабочее пространство себе для того, чтобы помочь себе же бросить курить. На вдохе, вот здесь вы уже должны отсчитывать пульсовую волну 8-4-8-4. Вдох осуществляется на 8 ударов пульса. В этот момент в области родника я формирую шарообразную мыслеформу негативного цвета, там темного, серого, коричневого, куда помещаю свою привязанность к курению. Ну, вы, конечно, понимаете, это не я курю, я просто привожу пример. Да? Можно создать любой элементал, это может быть гневливость или наоборот чрезмерная скромность, любая психологическая зависимость, любая негативная черта, которая вам не нравится. Также можно создать элементал из негативной ситуации, которая сложилась у вас в жизни. То же самое можно сделать с заболеванием, которое находится в вашем теле на сегодняшний момент. Первый дыхательный цикл 8-4-8-4, повторим, что мы делаем. На вдохе, вращаясь против часовой стрелки, мы встраиваемся в поток цвета белого золота. Чуть большее внимание мы концентрируем на создании мысли формы шарообразного вида в области родника. В эту мыслеформу мы помещаем негатив, в данном случае желание курить. Окрашиваем его, придаем ему вкус, запах. На задержке дыхания 4 удара
пульса. Мы концентрируем все эти параметры, создаем для того, чтобы мыслеформа не была расплывчатая. Да? Здесь потребуется вся сила вашей воли, которая будет накалять до нужной концентрации ваше воображение. Далее, на выдохе 8 ударов пульса, поменяв направление движения по часовой стрелке, эту мыслеформу мы опускаем своей силой воли в недра земли, к ее ядру, в мантическую область. И далее на задержке дыхания, 4 удара, мы отсматриваем, как она сгорает, искрится. Можете вспомнить образ бенгальского огня, буквально. И тут же на ее месте, точно такого же размера, образуется положительный антипод. В данном случае абсолютное нежелание принимать никотин. Мыслеформа такого же размера, но очень яркая, красивая, благостная. И мы начинаем следующий цикл, 8-4-8-4. На вдохе, вращаясь против часовой стрелки, я буквально втягиваю в себя вот этот вот положительный элементал, который Мать-Земля помогла мне создать. На вдохе я помещаю его в то же место, в ту пустоту под родником внутри черепа, где до этого только что находилась негативная мыслеформа. На задержке дыхания я отсматриваю, как она занимает тот же объем. Затем я осуществляю выдох, и на 8 ударах пульса во время выдоха я растворяю эту положительную мыслеформу внутри головного мозга, внутри тела, растворяю по всему объему своего тела, для того, чтобы вот этот цвет белого золота или какой-то другой позитивный цвет, который вам пришел в этот момент в ваше сознание, растворился в вашем теле, в вашей энергетике. И затем на задержке дыхания, завершающей 4 удара пульса, я буквально слушаю свой организм. А какие изменения произошли? Вот этот вот момент слушания, умение слушать свой организм очень важен. Даже легкое позитивное изменение должно вами четко совершенно улавливаться. И вы должны, если хотите это слово услышать, якорить свое сознание на вот этом легком позитивном ощущении. Потому что далее, работая с этими техниками, вот это положительное ощущение будет усиливаться. И в конечном итоге не заставит ждать себя положительный результат. Я хочу подчеркнуть один из очень важных аспектов комплексов и упражнений славянской гимнастики. Поскольку важнейшей составляющей славянской гимнастики является идиомоторный аспект, то есть работа, волевая работа со своим воображением, с построением образов, то есть с работой в энергоинформационном пространстве, а не физические формы этих упражнений. Поэтому ограничений фактически нет. Какие-то дополнения наши и подсказки мы будем давать перед каждым комплексом, перед каждым упражнением. Но польза этих упражнений еще и в том, что этими комплексами упражнений может заниматься даже человек, прикованный к постели. Если у него работает разум, работает воображение, то он может хотя бы на чуть-чуть улучшить свое положение. Этим может заниматься человек, находящийся в инвалидной коляске. Этим может заниматься человек любой ограниченной физической подвижности. Ибо сила нашего разума, мощь его, яркость воображения зависит во многом от нас. Поэтому нет предела совершенству. Будьте сильными, будьте волевыми, и тогда эффект от этих вот гимнастик вы почувствуете очень быстро. Сейчас мы проговорим с вами методы выполнения упражнений «Дождь» с так называемыми тактильными ощущениями. Это очень важный момент, он нам понадобится при выполнении опокойной техники номер один и вообще имеет большое оздоровительное значение. Представьте себе, что первый раз, когда вот вы проводите через себя поток дождя, я имею в виду уже ту трансформацию, когда вы освоили упражнение по различным поверхностям тела и работаете с дождем уже монолитно, то есть поток проходит через все поверхности вашего тела и внутри. Представьте себе, что с потоком, идущим через вас и вокруг вас, проходит ощущение тяжести от макушки до стопы и уходит в землю, да, то есть тяжесть начинается здесь, и вот таким вот образом с потоком, с дождем уходит вниз.
состояние прохождения, вернее, ощущение прохождения тяжести через ваше тело сопоставимо с расслаблением мышечной структуры. То есть, когда вот тяжесть удается пропустить через себя, мышца расслабляется. Следующий поток вы пропускаете с ощущением тепла. То есть от макушки через все тело, внутри, снаружи, тепло проходит полностью. Это состояние сопоставляется с включением в процесс релаксации или расслабления кровеносных сосудов. Они расширяются. Кровь начинает двигаться по ним чуть быстрее, принося больше кислорода, питания для тканей. Следующий образ, который проходит через наше тело с потоком дождя, это покалывание. Покалывание должно быть незначительное. Но вот мужчины, кто, ну и женщины, может быть, тоже, кто в баню ходил с можжевеловыми именно вениками, вот парились с можжевеловым веничком, вот такое вот легкое покалывание, которое потом после него остается такая красная сеточка на теле. Вот такое покалывание. Очень приятное, стимулирующее. Опять же, от макушки на выдохе проходит через все тело. Когда вам удается проработать это ощущение, это значит, что в процесс расслабления и очищения организма включились нервные окончания, нервная система в целом. И четвертый момент, который вы должны пропустить через себя, это вибрация. Вибрация должна быть достаточно мягкая, но ощутимая. Проходить опять же с потоком дождя от макушки до стоп и уходить вниз. Когда по вашему телу спонтанно проходит вибрация, ну, спонтанно имеется в виду для физического тела, а вы эту вибрацию создаете, прорабатываете своим разумом, своей волей. Это значит, что ваше тело реально подключилось осознанно к восходящему и нисходящему потоку. Итак, запомните эти четыре фазы. Тяжесть, тепло, покалывание и вибрация. Еще раз, тяжесть — это расслабление мышц, тепло — это расширение сосудов, покалывание — это включение в процесс релаксации нервных окончаний, и вибрация — это вы гармонизируетесь, входите в нисходящий, восходящий или общим названием вертикальный поток силы. И завершающий вид дождя, он имеет название радуга. Когда мы с вами приступаем к очень интересному и большому разделу, это работа с цветами, с цветностью. Нам известно, что в радуге условно находится 7 цветов, заложенных в поговорке. Со школьной скамьи нам известна такая скороговорочка, помогающая запомнить все цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Начальные буквы каждого слова обозначают цвет. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Это упрощенная схема работы с цветами. И вот таким вот образом вы можете работать, пропуская поток через себя 7 раз. Да? Красный цвет сверху вниз, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Можно работать, выбрав один или два цвета. Вы уже знаете, что красный, желтый и оранжевый являются цвета стимулирующие, активизирующие. Если вам нужно быстренько привести себя в более активное состояние, то можно буквально мгновенно выполнить дождь с каким-либо из этих вот активизирующих цветов. Если, скажем, вам предстоит какое-то боевое действие или схватка, или, скажем так, словесное противодействие, да, то можно через себя пропустить даже красный поток, который приведет в вашу энергетику в более агрессивное состояние. Если вы хотите себя гармонизировать, можно использовать зеленый цвет. Зеленый цвет для человека универсальный. Он приводит в спокойное, ровное состояние весь организм. Голубой, синий, фиолетовый цвета — это цвета
мудрости, интуиции, повышения внимания, интеллектуальных возможностей. То есть цвета, которые, с одной стороны, расслабляющие, но с другой стороны, дают возможность усилить именно деятельность нашего мыслительного аппарата. Важнейшим фактором славянской гимнастики является момент расслабления, или, как модно сейчас говорить, релаксации. Все наши болезни, особенно опорно-двигательного аппарата, проистекают из того, что мы имеем около позвоночника, да, на мышцах так называемые западки или места напряжения. Особенно эти вот места у нас проявляются в области плечевого пояса и в области поясничного. Так? Вот для того, чтобы научиться владеть или контролировать свои напряжения мышечные и расслабления, существует так называемый базовый комплекс славянской гимнастики с энергетическим омовением в форме дождя. Одной из форм вы уже познакомились, с одной из форм обережной техники вы тоже познакомились. Сейчас с пульсовой волной, да, или с сердечным ритмом вы уже четко им владеете. В упрощенной форме пока, да? И теперь нам остается освоить самый главный момент в базовой технике. Это техники релаксации или расслабления. Они назывались в традиции опокойные. Не от слова покойник, а от слова опочивальня. Вы уже знаете свойства звука О. Это расширение и в то же время защита пространства энергетического, да, и его динамизация. Видите, сколько в этом слове? Опокойная, да, опочивальная. То есть это то место, где человек себя чувствует расслабленно, комфортно, удобно и в то же время защищенно. Для того, чтобы мы с вами могли работать успешно в этой технике, нам нужно познакомиться с распределением по триглаву. Триглав – это фундаментальное понятие, да, вот в славянских ведах и вообще как бы вот в ведической науке. И по триглавам буквально распределяется все. Вот я на Саше сейчас вам продемонстрирую так называемые зоны релаксации или локусы релаксации, которые я буду все равно вам сейчас проговаривать во время работы, да, потому что вы так сразу все не запомните. И немножко объясню принцип триглава. Начнем с простого суставов. Вот на крупных конечностях, которыми являются руки и ноги, по три сустава. Руки, соответственно, лучезапястный, локтевой и плечевой. Триглав, который образует, соответственно, правь, явь и навь, уже знакомые вам термины, да? Соответствующим образом этот триглав располагается на верхней конечности. Правь символизирует лучезапястный сустав, явь символизирует локтевой сустав и навь символизирует плечевой сустав. Видно, слышно всем? Существует еще триглав в славянских ведах. Звучит он следующим образом. Дух, душа, тело. Где дух – это божественная энергия и сила, которая в вас циркулирует, душа – это непосредственно вы, то маленькое-маленькое духовное зернышко, которое мы из себя представляем, и постепенно трудимся, чтобы развернуть его обратно в духовного человека, того, который там, в духовном мире, наш прообраз. И телесный уровень – это непосредственно тело или соматика. Привязывая к этому, мы еще один триглав даем вам современных названий. Вот дух, душа, тело распределяется следующим образом. Лучезапястный дух символизирует локтевой душу, плечевой тело. И соответствующим образом современный триглав мы привязываем вот к этим понятиям. Где лучезапястный сустав или правь, подсказывайте мне, дух символизирует центральную нервную систему. Триглав яви, душа, символизирует гуморальную систему или более знакомая эндокринную, да? Знаете эндокринную систему, да? Внутренние секреции и так далее. И плечевой сустав символизирует мир нави, тело и, соответственно, соматику, то есть тканную структуру.
Нога распределяется по этому же принципу. Теперь еще один момент, который мы должны ввести, чтобы правильно понимать свое устройство своего тела. Вот на уровне диафрагмы тело человека делится на верхний и нижний этаж. Соответственно, вы уже как будущие целители, созревающие потихонечку, должны уже делать вывод, что, скажем, на определенные структуры нервной системы, не только центральной, а периферической, я вот в верхнем отделе тела могу воздействовать через что? Через лучезапястный сустав. На определенные железы внутренней секреции, да, там щитовидные и так далее, я бы могу воздействовать через локтевой сустав, да, на какие-то тканные суставы, структуры могу через плечевой. Точно так же относится к нижнему этажу через ногу. Отложили, запомнили. Теперь непосредственно переходим к распределению тела на зоны или локусы, соответственно, вот этим вот понятием триглава. Начинаем всегда с чего? С головы, правильно. Правильно абсолютно. Лоб. О лбе два слова отдельно. Самое труднодоступное для расслабления, для релаксации место вообще в теле – это лоб. Лоб труднее всего расслабить. Он связан сакрально или мистически с яром. То есть все глубинные эмоции можно прочитать в области вашего лба. Из-за этого взаимосвязь следующая. Тот, кто умеет расслаблять лоб, сможет расслабить лицо и вообще локусы головы, что тоже на самом деле очень сложно подвергается релаксации, да? Потому что у нас все время в напряжении находится мимическая мускулатура, мы реагируем на внешние воздействия, плюс-минус, да, все это зависит от психотипов там. Более спокойные у него меньше все это выражено, но тем не менее у нас все время идет работа. Кто умеет расслаблять лоб, расслабит лицо и голову. Кто расслабил лицо и голову, сможет сработать со всем организмом. Непосредственно к работе с упокойной техникой номер один. Сейчас я вам разделю все тело по триглавам. Так? Затем расскажу принцип работы, и мы приступим непосредственно к работе. Итак, зоны релаксации. Голова и шея. Первый комплекс. Делится следующим образом на триглавы. Можно вот в профиле. Первый локус релаксации, правный, подсказывайте мне, дух, да? От макушки до корня носа. Вот он. Причем вы не должны его воспринимать снаружи, вот как я показываю, да? Была бы мне возможность, я бы туда рукой залез. Этот локус нужно воспринимать как объемно. То есть на всю мощь. Понятно, да? То есть не снаружи, а он объемный. Это вам очень понадобится, как вы сейчас начнете работать. Дальше, подсказывайте мне. Яв, душа. От линии, начинающейся от корня носа, до нижнего края подбородка. Так? Так, приблизительно для себя. И третий, навный локус, начинается от нижнего края подбородка до еремной ямки. То есть вся шея. Кроме того, что здесь шейный отдел, тогда женщины, что здесь самое главное? Да вы что? Для женщины ярче всего возраст, как шея и руки, да, проявляются. Да? Поэтому мы должны особо с вами внимание обращать на этот локус. Не мазать там дорогущими кремами, а знать, как с этим работать, как токсины отсюда убирать и так далее, и так далее. Дальше переходим. Следующий комплекс – это комплекс тела. Тоже делится на три главы. Первый, подсказывайте мне сразу. Первый локус – правь, дух. От еремной ямки до диафрагмальной линии. Ну вот ориентир – это нижний край грудины и начало мечевидного отростка. Вот он. Вот это все, вся вот эта вот мощь спереди, сзади и объемно, это первый локус, локус духа. Следующий локус от этой же линии до линии пупка, до пупочной линии. Есть, да? Вот он. И третий, подсказывайте мне, какой локус, чего там, навь, тело. От пупочной линии до нижнего края лунного сплетения. Тоже очень важный локус. На самом деле вы поймете, что неважных у нас в теле нет. Это мы, я вам рассказываю так, как мы будем двигаться в своей работе по релаксации. Дальше мы переходим на верхнюю конечность. Мы работать будем с обеими руками сразу. Так? Откуда у нас локусы будут начинаться? С ладошки, с кисти. Значит, первый локус от кончиков пальцев
А вы сразу говорите мне, это правь дух. До линии верхней трети предплечья. Как ее померить? Посмотрите, сгиб локтя. Сгиб локтя. И от него вымеряем ширину ладони. Видно? Вот линия. Есть такое упражнение шаровара. Мы с ним познакомимся в ближайшее будущее. Вот это все называется варежка. Второй локус релаксации. От локтевого сгиба, соответственно, ширина ладони вниз и ширина ладони вверх. Вот он, серединка. Видно? Видно всем, да? Включает локтевой сустав. И третий, соответственно, линия на нижней трети плеча до внешнего края ключицы. Достаточно легко. Так? И, соответственно, нижние конечности. Первый локус прави духа от подошвы до линии, образованной, вот смотрите, надколенник, вот он, или коленная чашечка по-простому. Вот я ниже ее тоже отмеряю ширину ладони, и вот эта линия будет верхней границей первого локуса. Видно? Так? Еще его... А? От низа коленной чашечки. Да. От низа коленной чашечки. Ну, еще это называют место сапожок. В технике шаровара вы познакомитесь. Дальше. Вот этот вот... Вот это расстояние на ширину ладони плюс надколенник и плюс выше надколенника на ширину ладони. Да? Раньше, помните, трусы семейные были у мужчин? Вот приблизительно до этой линии. Вот это вот средний или явный локус. И навный локус вот от линии образованной, только что я как показывал, как, до тазобедренной складки. Вот все локусы, которые нам необходимо знать для релаксации в упокойной технике номер один. Для того, чтобы эффективно работать с этой техникой, мы должны запомнить 4 чувственных состояния, или их можно еще назвать тактильными. Это тяжесть, запоминайте, тепло, покалывание и вибрации. Где состояние тяжести на локусе будет означать включение в процесс релаксации мышц, состояние тепла на локусе будет означать включение в процесс релаксации сосудов, расширение сосудов. Покалывание соответствует включению в процесс расслабления нервной системы, нервных окончаний. И вибрация – это непосредственно прохождение через конкретный локус нисходящего и восходящего потоков. Вибрацию можно, когда вы будете работать самостоятельно, вы сможете почувствовать при определенном опыте, да, как бы два этапа прохождения вибрации. Первый этап – вы почувствуете страх, фактически близкий к страху смерти. Пугаться не надо, но это не сегодня, вряд ли, нужно опыт определенный приобрести. Таким образом действует восходящий поток, поток Земли. Это нормальное абсолютно состояние. Но оно очень быстро сменится на эйфорию, радость такую, вот, космический полет. Это включился в поток. Вы включились в нисходящий поток. И когда они соединятся в ваших локусах, вы сможете добиться, если 100% добьетесь этого состояния, вы почувствуете некий гул. Ну, упрощенно можно сравнить, вот стояли рядом с трансформаторной будкой. Вот как такое состояние вы сможете добиваться, вот это полная релаксация. То есть сила проходит через ваше тело напрямую. Все болезни улетучатся и так далее. Каждое состояние мы будем прорабатывать трижды. То есть сначала... Предположим, я вам дам определенную установку. Ощутить незначительную тяжесть. Затем тяжесть ощутимую. И третье, это будет мощное давление. Также будет с теплом, также будет с покалыванием, также будет с вибрацией. Мы пока в этой работе не будем привязываться к пульсовой волне. Хотя, когда вы будете работать самостоятельно, вы сможете потом и по пульсу это все делать. Будем делать на команду вдох и выдох. Я даю команду вдох. Предположим, первый локус головы. И вы должны дать себе психосугестивную установку. Видите, какое мощное слово, да? А грубо говоря, в хорошем смысле себя закодировать. Вы даете себе команду внутреннюю тяжесть. Я эту команду сейчас вам буду давать внешне, но вы должны ее дублировать. И пытаетесь создать ощущение тяжести на средней линии локуса. Средняя линия, она вот, вы будете находиться на спине в горизонтальном положении, вот средняя линия. Вы на всех локусах на этой линии будете создавать это ощущение. Вот вдох, сконцентрировали это ощущение. Выдох, это ощущение у вас мощно, объемно через локус должно стечь в землю и постараться на выдохе увидеть, как вот это вот все, что смыто с этого вот локуса, уходит к центру земли и сгорает. Максимально работает разум. Все тело
отдыхает сегодня по полной программе. Руки вдоль тела, ладони на почву, да, на пол, ладони на пол, так плотненько прижались. А теперь постарайтесь сделать так, как будто вы телом легли в лечебную грязь, и ваше тело погрузилось в нее наполовину. Ноги, все, голень, вы как бы чуть-чуть притопились в эту грязь. Она теплая, обволакивающая, мягкая, очень приятная. И вы сразу начинаете ощущать ее воздействие, расслабляющее, целебное воздействие. Здесь прекрасное место, где мы с вами занимаемся. Энергетика уже идет через вас. Но вы должны как человеки, как люди осознанные, как личности интеллектуальные, вы должны постараться научиться контролировать эти процессы. Итак, для того, чтобы вам было четче работать, во время проговора конкретного локуса вы можете указательным пальцем правой руки буквально по средней линии провести и обозначить этот локус. Работаем с локусами головы. Первый локус релаксации. Правь дух. От макушки по средней линии до корня носа. Провели. Запомнили, сейчас других частей тела не существует. Все внимание на этот локус. Приготовились. Вдох. Ощущение легкой тяжести. Выдох. Ощущение объемно уходит в почву, в землю. И ведем его до центра земли. Глаза закрыты. Глаза закрыты. Вы можете использовать еще и задержку дыхания для более мощной концентрации образа. Вдох. Тяжесть становится ощутимой. Слегка придавливает голову к полу. Выдох. Тяжесть объемно идет через локус. И вы отсматриваете, как она уходит к центру земли и сгорает. Вдох. Сильная тяжесть. Придавили голову. Сильно придавили. Ощущаем тяжесть средней линии головы первого локуса. Выдох. Ощущение сильно проходит через локус. Весь объем локуса задевая. Проходя, унося с собой весь негатив. Вдох, тепло, мягкое, нежное, приятное. Выдох, ощущение стекает через локус объемно к центру земли. Старайтесь дублировать мои команды. Вдох. Тепло усилилось, почти горячие ощущения на локусе, почти горячие. Выдох, ощущение объемно уходит вниз, сосуды расширяются, кровь поступает к локусу. Вдох, жар, сильно печет. Как будто вы в бане веник подносите к локусу, пропариваете. Выдох. Ощущение пошло вниз. Вдох. Мягкое-мягкое покалывание. Как будто легкий можжевеловый веничек слегка стукает по локусу, по зоне релаксации. Выдох. Пошло вниз ощущение. Вдох, покалывание усиливается, как будто иголочки для взятия крови. Быстро-быстро и много-много покалывают. Выдох, ощущение вниз сопровождаем. Вдох, сильные уколы, достаточно болезненные, как будто там глубокое иглоукалывание и очень-очень частые. Выдох, и в этот момент локус начинает вибрировать. Вдох, мягкая вибрация. Выдох,
вдох, вибрация усиливается. Как будто небольшие разряды тока проходят через зону. Выдох. Вдох. Сильная вибрация. Гул. Мощно поток пошел через зону релаксации. Выдох. И внутренним взором отсматриваем этот локус головы. Все расслаблено. Мышцы лба расслабились. Дышим ровно и спокойно. Следующий локус головы. От корня носа до нижнего края подбородка. Приготовились. Потихонечку набираем темп работы. Вдох. Тяжесть. Легкая. Парадоксальное сочетание. Легкая тяжесть. Незначительное. Давление. Выдох. Ощущение объемно пошло вниз. Вдох. Тяжесть усиливается. Вот в этом локусе зубной ряд находится. Работаем с ним. Там очень много нервных окончаний. Выдох. Пошло ощущение вниз. Вдох. Тяжесть мощная. Придавливает к опоре. Выдох. Ощущение пошло вниз. Вдох. Легкое, приятное, комфортное тепло. Выдох. Вдох. Горячее ощущение на зоне релаксации. Выдох. Вдох. Жжение начинается, пропаривается. Очень горячий, жгущий жар. Выдох. Вдох. Мягкое покалывание. Выдох. Вдох. Покалывание усиливается. Выдох. Вдох. Сильные уколы, глубокие, мощные. Выдох. Вдох. Вибрация приятная, мягкая, расслабляющая. Зона готовится к принятию потоков энергии, силы. Выдох. Вдох. Вибрации сильнее, мощные токи, легкие разряды идут по локусу релаксации. Выдох. Вдох. Пошла сила через локус. Гул. Выдох. Отсматриваем, отсматриваем локус, отсматриваем внутренним взором. Приучайтесь разделять смотрение, внешнее свойство зрения,
и внутреннее видение. Следующий локус релаксации. От нижнего края подбородка до еремной ямки. Шейный отдел. Полностью позвоночника, вся шея. С мышцами, сосудами, нервами и так далее, и так далее. Женщины, девушки и девочки, особое внимание на этот локус. Очень важный. С точки зрения эстетики. Приготовились. Вдох. Тяжесть образовалась на локусе. Выдох. Вдох. Тяжесть усилилась. Выдох. Вдох. Сильная тяжесть, мощная, придавливает. Выдох. Вдох. Ощущение тепла, легкого, комфортного на локусе. Выдох. Вдох. Тепло усиливается, как будто поток горячей воды действует на локус релаксации. Выдох. Вдох. Ощущение жара. Сосуды максимально расширены. Кровь циркулирует мощно, сильно. Выдох. Ощущение уносит с собой весь негатив. Вдох. Легкое покалывание на локусе. Выдох. Вдох. Покалывание усиливается. Ощутимое становится. Более глубокое. Выдох. Вдох. Сильные уколы, множественные, глубокие, даже слегка болезненные. Выдох. Нервная система активно включилась в процесс. Негатив весь уходит вниз. Вдох. Мягкая вибрация работает. Выдох. Ощущение объемно проходит к центру земли. Вдох. Вибрация усиливается. Выдох. Вдох. Сильная вибрация. Сила пошла через локус. Гул. Выдох. А теперь отсматриваем все три локуса головы и шеи вместе. Оцениваем это пространство. Пытаемся проверить себя разумом, не осталось ли какое-то место, маленькая зона или мышечное волокно, которого не коснулась релаксация.
С упокойной техникой номер один мы с вами познакомились. Она длительная по времени, поэтому исполнять ее целесообразно 1-2 раза в месяц. Но практики релаксации имеют огромное значение. Они лежат в основе всех практик нашей гимнастики. Поэтому мы сейчас расскажем два способа, так называемой упокойной гимнастики номер два. Первый вариант выполняется в вертикальном положении тела, второй выполняется в горизонтальном положении тела. Точно так же они основаны на принципе ПИРМ, постизометрической релаксации мышц. То есть нужно создать напряжение изометрическое и потом резко расслабиться. Как выполнять? В вертикальном положении встаем ровно, поясница должна быть прямой, лордоз или прогиб поясничный должен быть выпрямлен, для этого слегка расслабьте бедра, и поясница должна свободно двигаться. Плечи в легком подвесе находятся, положение кучер, для того, чтобы позвоночник чувствовал некое расслабление и растяжение. При выполнении вертикального варианта руки завести в область поясницы и вспомнить опыт, который мы с вами приобрели, упражнение «Палестра». Для этого нужно создать идиомоторную линию, которая разделяет тело на два этажа, верхний и нижний. Эта линия проходит точно по уровню диафрагмы. Темп пульса будет включаться только во время задержки дыхания. И задержку дыхания мы будем выполнять на 7 ударов пульса. Когда мы исполняли с вами упокойную технику номер один, я особое внимание обращал на релаксацию мышц лица. Потому что существует зависимость. Если человек научился расслаблять лицо, мимическую мускулатуру, которая наиболее всего задействована у нас с точки зрения напряжения и реакции на внешние воздействия, значит, ему поддастся релаксация всего тела в целом. Также, если человек научился расслаблять мышцы лба, значит, ему будет подвластно расслабление мышц лица. Поэтому в момент напряжения при выполнении упокойной техники номер 2 точно так же не забудьте о том, что должно очень сильно напрячься лицо. Мы предлагаем вариант напряжения лица следующий. Вы подтягиваете нижнюю челюсть, особенно вот обращаете внимание на область клыков, и ими напрягаете мышцы шеи. Тогда создается достаточно равномерное напряжение всей мимической мускулатуры. Итак, посмотрим за выполнением. Вдох и выдох произвольный. Заводим руки за поясницу, находимся в положении кучера. И на вдохе разрываем себя, верхняя часть тела относительно диафрагмы идет вверх, тянется за макушкой, за плечами, а нижняя за ногами и бедрами уходит вниз. Растягиваем максимально себя. Затем на задержке дыхания это напряжение достигает апогея в рамках 30% напряжения. И затем резкое расслабление. Почувствовать, как теплая волна проходит по телу и концентрируется в яру. Очень хорошо, если в области яра вы почувствуете комфортное ощущение. Еще раз напомню вам, на задержке дыхания происходит максимальная концентрация разрыва. Вы должны создать образ разрыва относительно диафрагмы. Верхняя часть вверх, тело, нижняя часть тела вниз. Удерживать это максимальное напряжение в рамках принципа лень, то есть 30% напряжения. Больше напряжения создавать нецелесообразно. И за это, после 7-го удара пульса при задержке, вы резко расслабляетесь. Почувствовать, опять же повторюсь, вот эту вот теплую волну расслабления, проходящую по всему телу, находиться в таком положении 30-15 секунд, и затем повторить необходимое количество раз. 3, 5, 7, можно 9. Точно так же это упражнение и более эффективно можно исполнять в горизонтальном положении. Для этого вы принимаете горизонтальное положение, желательно на относительно твердой опоре. И выполняете точно то же, такое же движение, как и в вертикали, только руки будут находиться не на поясничной области, а вытягиваются вверх. И растяжение тела происходит в одну сторону за кистями, в другую сторону за пятками.
В горизонтальном положении вы растягиваться будете пятками. Упражнение коротенькое, занимает буквально несколько секунд. Его можно так же, как и дождь, исполнять в любой момент. И перед практиками, после практик славянской гимнастики, во время рабочего дня, когда вы находитесь в относительно статическом положении, там долго сидите и так далее, почувствуете излишнее напряжение. После крутого разговора с начальством, когда вы ощутили на себе воздействие негативное, его нужно снять, нужно расслабиться. Еще раз повторю вам, что через напряженное или перенапряженное тело сила не проходит, вы никогда не получите силу. Тело должно быть расслаблено, должно подчиняться законам волнообразного движения.